Репортаж из крыши называется. Да, Да, я думал, Саш? Саш, Сашка боится на крыше. Запер меня, чтобы я тут ремонтировала крышу. А он там внизу подсобника. Взял, разобрал тут мне крышу. Что мы с утра тут натворили? Вот. Половину крыши разобрали. Разобрал Сашка. У нас та половина другая была до зимы сделана, а вот это мы не успели, зима нас застала. А тут все гнилое, все страшное, железом было покрыто, сняли. Железо на чермет будет, на выброс. О, а я тут, туточка. Вот так. Все страшное гнилое. Тут Сашка говорит, есть где-то тут... А где, Саш, посудка? Куда идти? Куда ты меня посылаешь? А ну-ка. Где-то, говорит, тут есть посуда, лежит. И она мне вот это надо. Ее надо посмотреть, что там за посуда. Посуду дивись. Где? А ну, куда идти? Вот туда. Я уже практически готов на подачу. А я тут не провалюсь? Можно тут поверху идти? А как я? Что я там летал? А вдруг? Там, где провалена, уже дырка есть. Ага, уже провалена, да. Ну, а где посуда, ты кажешь? Поднимай. Ёлки-палки, лишь бы не провалиться. Ух, там скорбы. А я тут надо вытаскивать, попробую подивиться. Сама не вытащу, наверное. Ух, люблю с утра выходной день посидеть на крыше. Это летний душ, а это крыша туалета наша. Вон, все залито было железом и вот таким битумом. Так, сейчас что-то попытаюсь достать, если не провалюсь. Опа! Тарелки. Нет бы золотые слитки тут были, а тут какая-то херня. Мысочки. Цена 23 копейки. Люди в магазинах посуду рассматривают, а я на чердаку в пыли. Цена 36 копеек. Буды. Третий сорт. Третий сорт не брак. Я думала, там кришталь. Что, Саш, я... тебе нужно тут? Как женщина, да? Сейчас буду доски раскладывать. А куда эти доски девать? Вот тут провалился товарищ наш, 100 килограмм. Что делать? Я же это подаю. Угу. Да, не переложив доски. А мне принимать? Тебе вообще-то надо понимать. Хотя бы двигай туда и так, по прямой. А ты меня отсюда снимешь?
я тебе 30 год назад сняв, ніяк не... Тут ти на кришу забор. Ти ще будеш доски кидати? Я подам, слухай. Опа. Опа. Хох. Мені зверху видно все, ти так і знай. Ну ти узнала, як вона там. З висоти красиво. Жишки не трусяться? Нет. В колінах? Нет. Чи не висота? Конечно, раз кілька разів жишки. Чи не висота? Ой. Вот так-то. Ух-ху-ху-ху-ху. Наконец-то ты тут освободишь мне эту стену, да? Вот цей проходик. Да, Сашечка? Да. Мамочка. Солома, вылази. А у нас же что, еще дробины есть? Может, десь с цієї стороны поставить, чтобы удобнее было залазить. Что то ты там ломаешь? А вот еще досточка есть. Щиточка моя. Щиточка для побелочки. Так, все в дрова, все. Ничего не выбрасываем из дров. Все пригодится. Куда? То еще... Я положу сюда. Ну, ложите-ка внизу. Хорошо. На перекладку. Да. Дрова никуда не выкидаем. Все надо. Все надо. Палочка да палочка. Сюда сложила горшки. Так. Что, ты будешь посуду забирать? Не, хай лежит. Я думала, там хрусталь у тебя. А там что? А там богемское стекло. Глиняная посудка ще. Ну, за неимением то можно, конечно, пользоваться. А может, она ще через... Так она экологически чиста. Да. Может, она ще через 50 лет, як ми будемо, сколько нам буде? 100. Она буде цениться, ми тоді продамо. Ага. Якраз буде як находка, і поїдемо на Канари. Дивись, через 50 років ти атака будеш, атака. Не ти, а не ну, я, ти, да? Ну, а я буду красивий. Я точно такий буду. А я ні. А я буду ще ого-го, баба. А ти будеш Анджеліна Джолі. Хоч і Джолі, я не собираюсь так ходити. Так і вирішили, посуду оставить. Через 50 років продадим. Так, ну что, я, наверное, пойду, наверное, есть готовить. Это ж сейчас привезут этот, как его, меблю, а я тут вся... В репортеры. Да, нам надо что-то поесть приготовить. Хлеба и зрелищ хочу. Выпустите меня отсюда. Заняв вот этой дробиной весь задний проход. Вот так отходи. Ты с дюймовочком. Да, конечно. Ну. 60-го размера. Тьфу на тебя. 60-го. 50-го. Мне что лет, что размер одинаковый. А стена зеленеет. Так, все, ладно, надо идти. Борщ варить. Собираюсь окна помыть на улице. Погода стоит шикарная. Жарко. Сейчас пройдем, что там папа делает. Посмотрим. Тут не пройти, не проехать. Тато, де ти? О, на криші, да? Ще зайняті. Зараз покажу, що тут у мене розцвіл піон. Сьогодні перший день.
таким листьем, знаете, необычным. Ну, похожий на пион, но не похожий. Он еще будут. О, красавчики. Тюльпаны уже отцветаются, отходят. Вот. Вот-вот-вот. А папа там на крыше работает. Я довольная. Мне там сейчас тоже шкаф устанавливают. О, сегодня лафа. Красота какая. Буду я теперь со шкафами, наконец-то. Так. Надо идти что-то поделать. Что? Обедали тут. В беседке, на улице, хорошо. Тут у нас разброд и шатание. Хорошо, хоть на улице погода хорошая, позволяет. Тут стоит тумбочка, тут двери со шкафов, с будущего шкафа. Все при делах, а я сварила борщ. Сашке плов с грибами, себе с мясом. Сварила компот. И сделала салатик с капусточки, с огурчиком. И спекла постные пирожки. Чуть-чуть, один листочек. 12 штучек. Да, я смотрю, надо у Сашки сейчас украсть стремянку на время. Хотела помыть перед Пасхой окна на улицу. Достану, боки помою.
Свободное посещение.